Добрый вечер. Ну, самое главное, что наши ребята отнеслись серьезно к этой игре, и желание, и настрой был. Так что, я думаю, и контролировали ход матча. Хотя команда, на самом деле, Днепр понравился. Днепр один, да, наверное, так будет правильно сказано. Потому что стараются играть в футбол. Хорошие и такие ребята подобраны. Не бьют мяч вперед. Так что мы к этому тоже готовились. И больше, конечно, строили нашу игру, что контроль мяча будет. Но больше на перехватах, где-то в отборы в центральной зоне были неплохие такие моменты, которые именно мы требовали в этой игре. Но шаг оставался до финала. Мы минимальную задачу мы выполнили. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Замена Войта была связана с желанием просто предоставить практику Бущану? Конечно. Бущан пропустил достаточно времени. Сыграл уже две игры за дубль, так что счет позволял. И надо давать и тоже игровую практику Бущану. Еще вопросы, пожалуйста. Вы довольны, что финал пройдет на Гитлер-арене? Как вы считаете, вам поможет этот стадион добиться успеха в финале? До 9 мая далеко. У нас игры чемпионата. Конечно, прекрасная арена, прекрасная атмосфера, поле шикарное. Так что я думаю, что финал должен получиться. Как он уже сложится, это все уже мы узнаем только после окончания игры. Спасибо.